Вы можете начинать движение. Поступила команда движения, и начинаем трогаться с места. Вот так под мягкий голос невидимого инструктора и начинается движение на электронном автодроме на территории специализированного ЦОНа по улице Муканова, 5 в Караганде. Здесь можно получать практические навыки вождения авто и юридическим, и физическим лицам. Можно сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Внедрена платная услуга по предоставлению доступа к автоматизированной площадке электронного автодрома для получения практических навыков и вождения для физических и юридических лиц. Стоимость услуг на сегодняшний день для физических лиц составляет 1250, это час времени. Если полчаса, то 625 тенге стоит за 30 минут, имеется в виду. Юридические лица за час занятий заплатят 2500 тенге. На электронном автодроме могут сдавать экзамены сразу 7 кандидатов на получение прав. Машины им предоставят. Это новенькие Deo Shanxi и один грузовик марки FAU. Новый автодром – это имитация города, оборудованный специальной сетью элементов, препятствиями, где установлено более 60 знаков и перекрестки с 4 светофорами каждый. Полная имитация городской суеты на дорогах. За нарушениями следит автоматизированная программа, которая считывает баллы не качественной езды. Как говорят, человеческий фактор исключен. Можно полагаться только на свои знания и умения. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.